Опа, с вами канал Дневник Задрота, и сегодня я бы хотел с вами поговорить об щекотливой и очень нам всем знакомой теме, а именно о кредитном дне. Чего, блять? Разошлите данный ролик в свои соцсети, пусть больше людей знают о кредитной ловушке. Все, мы хотим попасть в зону комфорта, мы с самого детства мечтали хорошо жить, и теперь, когда мы все выросли, мы можем устроиться на работу и работать на хозяина, чтобы погрузиться в зону комфорта. И вот ты уже состоявшийся работник, работаешь на государство или хозяина, неважно, и вроде уже купил по мелочи, что нужно для жизни, для уюта, но губа не дура, ты заходишь в салон сотовой связи и смотришь такой, а там дорогой смартфон или же iPhone последний, с наворотами, которые тебе нахрен не нужны, и сразу же у тебя появляется желание его взять в кредит, ты достаешь свой старый, но вполне работающий смартфон и думаешь, вот старье, и решаешься взять себе, к примеру, iPhone за 100 тысяч рублей. Тебе красивая девушка, кредитный специалист начинает говорить о всяких плюшках в кредитном договоре, и пытается всучить тебе страховку и всякую хуйту, а ты такой ведешься, и в итоге оплата кредита за год составит 130 тысяч рублей, на 12 месяцев. Но зато у тебя есть iPhone, сука. Да плевать, что я буду на него горбатиться еще целый год, зато я сразу стану престижным и охуенным мужиком в поношенном костюме, но это еще мелочи. Подумаешь, при твоей средней зарплате, к примеру, в 30 и 40 тысяч рублей в месяц, ты в среднем за месяц будешь отдавать примерно 10 800 рублей. Но погоди, ведь ты же еще хочешь взять машинку в кредит, и бежишь в автосалон. А тебя там уже ждут продавцы, которые поимеют с твоей покупки бонусы к продажам, и пытаются навязать тебе машинку да поярче, да подороже. Вот это, к примеру, бизнес-класс, а это вообще последний Шевроле, ебать, она тебе нужна по-любому, у. Но сразу видишь, что тебе, наверное, не по карману данные игрушки, и ты уходишь с автосалона, и позже гуглишь на Авито поддержанные авто, и находишь вариант за 300 тысяч рублей. И решаешься позвонить, дабы приобрести данный авто. И вот вы уже договорились, машина тебя устроила, и ты бежишь в банк брать кредит, и опять же подходишь к красивой девушке, кредитному специалисту, и хочешь взять 300 тысяч рублей в кредит на 5 лет, типа с выгодной кредитной ставкой. В одном банке тебе отказали, но в другом, не более для тебя выгодном банке, тебе одобряют, и оплата за 60 месяцев составляет в районе 660 тысяч рублей, и это уже со страховкой на жизнь, которую тебе всучили. А ты, обалдуй, даже не заметил в мелком шрифте данной услуги, хотя все равно они бы тебе не одобрили без нее. Ну и получается, что тебе каждый месяц придется еще платить 11 тысяч рублей в месяц, а итого почти по 22 тысячи целый год. Вспомним про iPhone, который ты уже взял. И остальные 11 тысяч рублей по автокредиту еще 4 года. Сломалась стиральная машина, надо обновить телевизор. Соответственно, надо взять в кредит. Компьютер меня не устраивает. О, возьму-ка я ноутбук. Там в магазине сейчас рассрочка без переплат. Итого, глупец, ты торчишь кучу денег в банке. Или банках. И ты вынужден работать. И стараться, чтобы тебя не уволили. Рабовладелец позже уже в курсе, что ты по уши в долгах, и пользуется этим, нагружая тебя еще большей работой, за те же копейки. А ты нихуя не можешь сделать, так как ты в долгах, как в шелках. Но зато дохуя в комфорте, и это еще повезет, если ты живешь с родителями или один, а если еще и девушка есть, или семья, так вообще лучше повеситься. А представляешь такую картину, что у тебя будет периодически ломаться твоя игрушка, на которой ты каждое утро ездишь на свою любимую работу. И мало того, что тебе надо оплачивать кредиты, налоги за коммуналку, интернет и так далее, так еще вливать нехилую сумму денег на ремонт той самой машинки. В этом видео я хотел донести, что кредит — это как азартное дно. Тебе хочется все больше и больше, и казалось бы, вот у тебя там мобилка есть, машинка, стиралка, ноут и телек, все это к примеру, но ты останешься по уши в долгах, и тобой будут пользоваться. Запомни, ты должен банку, и его не ебут твои проблемы.
будь это инвалидность, увольнение с работы, или травма с последствующим больничным. В нашем мире нельзя никому доверять, нельзя рассчитывать на завтрашний день. Просто запомните это, и вам будет чуточку легче в этой жизни. Если данное видео вам было полезно, то подписывайтесь на канал, оцените лайком, пишите несколько комментариев, дабы видео вышло в тренды и его посмотрели как можно больше людей. Я с вами, конечно, еще не прощаюсь. Скоро увидимся. Улилята поля и алююля.